Всем в хай! Сегодня вы на канале Дарм. Не смею вас задерживать, начинаем. О, приветствую на канале Дарм. Приятного просмотра. Ну что ж, дорогие друзья, первый вопрос самый язычный. Я думаю, на этот вопрос ответит буквально любой, кто хоть раз смотрел Мэлон Плейграунд. Кто самый популярный ютубер по Мэлону? Надеюсь, вы смогли отгадать. Это был Ladar Play. Следующий вопрос чуть посложнее. Сколько карт в Мелоне? Ну что ж, правильный ответ 9. А следующий вопрос довольно сложный. Сколько подписчиков у официального канала Мелон? Скажу вам так, этот вопрос не вечен, ведь подписчики растут. Следующий вопрос будет таким, что вы должны будете на него ответить в комментариях. Вот такой вопросик. Как убить бессмертного человека? Пишите в комментах. Ну что ж, дорогие друзья, вот и конец первой части. Ключевое слово «первый». Если вы наберете достаточное количество лайков, комментариев и подписок, тогда я засниму вторую часть. Может быть, там будет больше интересных вопросов. Ну ладно, я буду прощаться. Всем бай!